Всем привет, с вами Зуб, сегодня мы будем играть Hunter Games, это уже вторая серия. Я хотел вчера снять видео, но не получилось так, что сервер тупо залагал. Не то, что залагал, о, уже игра сейчас скоро начнет через 40 секунд. Сервер тупо не могли играть люди в PvP, вот здесь не в PvP, что оружие не выбирали. Даже выходить нельзя было, тупо надо было Майнкрафт закрывать. Вот, его закрывали со вчерашнего дня. Вот сегодня только его открыли в 12 часов почти. Так, мы выбрали Кука, нам еда всегда пригодится. Но мне осталось 500 гребаных монеток, чтобы купить мне снайперку. Я снайперку хочу, снайперку. О, парни в тиме хотят быть, блин. 3 тима, о, это что такое было? Вау, это круто. Так, это у нас вроде Чернобыль или Припять, я уж не помню. Ладно. А не, это вообще даже не то и не другое. Я уж не помню. Ладно, хоть еду забрали. Да, это Припять у нас. Вроде. Ну, сейчас узнаем точнее. Не люблю тут карту Сан-Андреас. Больше никаких пока не проверял. Люблю снежную. Она вообще офигительная. Мне удобно PvP-шиться. Там столько, ну, сундуков. Я просто знаю ее. А здесь я вон, блин, один сундук и то нашел. Первый раз. Ладно, хоть том сундук знаю. Автомат там всегда пригодится. Парень, иди в задний проход. О, и побежали, да? И побежали, блин. Я его догоню, должен зарезать. Зарежу. Че, сейчас сундук даже не смущает, что. Ну ладно, живи. Не докончилось. Тогда я его мог бы догнать. Ох. Зельки мечения возьму. Всегда пригодятся. Я пишу нахал. Так, там уже конец карты. Пойдем туда. Ой. Я думал, что Томпсона выкинул. Ладно, хоть не выкинул. Хотел бинокль выкинуть, нафиг мне нужен. Хотя вот толку. Просто ноль. Ладно, бежим. А, о, отлично, золотое яблоко. Нам нужно, прошу, там тоже не нужно. Так, заменим. Так, да, я ошибся, вроде это не... У нас получается не Припять. Мы вообще на завод какой-то зашли, типа котельный. И у нас вон есть сундук. Сундучок. Да. Это круто. У нас две обои на огнемет. Если мы доживем до дедматча, это будет круто. Мы будем тащить на спавн русские. Че, пойдем? Русских убьем наших. Ладно, мы пойдем. А может даже я к спауну направляюсь. Да, я к спауну уже справляюсь. Ладно, рискнем. Попробуем их убить. Лучше, кто не рискует, тот не пьет. Так. Осталось нам немножко. Я думаю, их там не так уж много. Человек 10, да? Ага, человек 10. Вообще никого. Вообще. Ну ладно, убежим отсюда. Зато проверим. Опять еда у нас кончается. Ладно, у нас хоть что-то есть покушать. Так. Отлично, прям все печенюшки ушли, чтобы пополнить всю еду. Где пистолет? Блин, где тут выход? Хочу выйти на бой. Ова, и парниша. Ну, у тебя ничего такого не было. О, у меня еще 4 батончика. Батоны есть, отлично. Ой, 2 батона. Что я сморозил-то?
Так, да, вот русские сейчас против меня играют, Тима. Их человек 2-3 точно. Будет нам очень трудно, если их какие-нибудь англичане нам не сделают. Сейчас остановлю съемочку на 5 секунд. Так, я тут. Погнали. Я на спавне, парень пишет. Уже один есть. Там? Уже два, можно сказать. Так, сундук. Я знаю, ты здесь должен где-то до конца. Я тоже тут. Их уже двое. То, что меня не радует. Мне кажется, сейчас парень его убьет, вот этот сниф. Он так спросил, у тебя есть лут? Ну как это, убить хочет такой. Да, есть. Хоп, нету его. На первый шаг сидим. Тут еда вообще капец, как быстро кончается. Вот не люблю эту карту, он уже повыше есть. Парень френдли, я френдли. Иди сюда, я тебя... Нет, я тебя не порешаю. У меня патрон мало. Сейчас он сам подойдет. Если он подойдет, это нам лучше. Я его с огнеметика и убью. Даже не с огнемета, даже, блин, тупо с рукопахи убил. Отлично. Нас вон. О, добавили. Теперь если убиваешь с рукопашки, теперь тебе деньги дают. Скарлайт, это отлично. Два бинокля нафиг. Пистолеты всякие. Ладно, пистолет наш оставим. Теперь по скорости выпьем. Нам удобнее будет бегать. Еду найти. Так, нам нужно хак. У нас не жалко, что ее много осталось. Отлично, скарлайт подобрали. Их два даже. Один разряжен, один заряжен. Ну пойдет. На первое время, думаю. Так, вот здесь я помню, был сундук. Посередине вроде там где-то. Или я его уже бежал. Уж не знаю. Уж давно на этой карте не играл. Во. Блин. Где он? Ботанический сад, блин. Я же помню, что ты где-то здесь. Блин, ну не прячься. Так, вот до конца поесть, если отрегенится, то умрем так же. Голдену. Это будет позор. Ладно, надо уходить оттуда. Надо нам искать людей или пусть нас ищут. Вообще лучше еду бы поискать, что у нас еще осталось два яблочка. О, и стейк есть. Есть. Так, Томпсон перезарядим. У него вроде уже все патрон нету. А, нет, 8 патронов. Ну, хоть что-то. И на Скарлайт не так уж много. Вот это большое здание, надо сходить, думаю, посмотреть, что там. Думаю, тут хоть что-то есть. Парень неадекватный какой-то. Спрашивает парень, что это такое, сами не прочитали, уже думаю. Так. Огнеме. Ну ладно. У тиммейтеров русских уже есть огнемет. Это, блин, и хорошо, и плохо. Если я их убью, это вообще хорошо. Если они меня убьют, это вообще плохо. Нас осталось всего лишь 5 человек. 5. Человек. Блин, кто бы здесь был? Сундук какой-нибудь. 100% должен. Да ну нафиг, что нету? Блин, ну. Нельзя меня. Нельзя. Нельзя меня так огорчать. Ладно, уходить надо. Сейчас третий день пойдет, надо его полностью подождать и все. Там уже дед-матч. Дед-матч мы найдем еду и патронов. Я так думаю. Так, уже еще минус один. Я думаю, наши тиммейтеры умрут к этому времени. Ага, еды еще просит. Давай, умирает еды. Так, это я здесь вроде уже был.
Ага, нет у них еды. У всех проблемы с едой. Сундуков тут мало вообще. Один хп. Ха, ну все. У нас уже есть преимущество, можно сказать. Руби дерево. А, тут дерево можно рубить? Я сколько играю? О, круто. Две морковки получил. А, да, точно, один день прожил. Тут дается вон, you gift. Это carrot. Морковь вам удалась. Ну, спасибо хоть за это. Надо переработать. Там вроде ничего. Блин, ну где же все сундуки-то? Ладно, нафиг. Я помню, в этих маленьких коттеджах раньше были сундуки. Сейчас, блин, ни одного сундука. Как так? Я что заметил, тут снежная карта, она, легче, как сказать. Просто она большая, и на ней больше сундуков. Здесь вот карта тоже большая, но сундуков, о, прикиньте, снайперка и два стейка есть. Ну, живем. Так, скрывать нафиг. Снайперка нам постоянно пригодится. Будем сейчас отстреливаться. Так, там вроде были, уж не помню. Так. Подвальчик есть. Ладно, пофиг, картофан возьмем. Картофель нам нужен. Стыкан, да. Ну, не всегда просто еды некуда, нужна вся еда. Да. Вот эта карта вообще напряг с едой. Как так, блин. Вот тут листву можно рубить, отлично. Здесь еще еда. Красавчики. Так. Блин, вот это да, долго карта идет. Я перед лагами снял видео с первого раза, все вот это тупо даже не парился. Снял, и у меня Sony Vegas залагал, пока начал монтировать, у меня тупо он взял, сам удалился, я новый скачал, крякнул его, все, сделал, и у меня тупо он все удалил, что было у меня вместе с бандикамом, но бандикам остался, ну, видяшек не было, вот это да, блин, мусор подобрал, и компас чей-то, ой, блин, патрон потратил. Трудное золото, можно сказать. Нам еще осталось 3 часа играть. Часа. Уже 2. Время вон идет. В 6 утра мы должны уже будем появиться вроде. В этот матч. Так. Ну вот и все. Наш матч. Дед матч. Карта Техаса. Наши тиммейты тут. Все, бежим, короче. Куда глаза глядят. Отлично. Все. Живем. У нас есть пулеметик. Мой любименький. На него есть обойма. Привет. Братиш. Я вижу, ты со мной хочешь потягаться, да? Ага, ты с чего стреляешь-то? Блин, у него что, по 90 или что, понять не могу. Сейчас убежим. Угу, блин, надо их как-то натравить на друг друга. Отлично, пирог. Зарядка. Алмазный меч, все. Будем, должны будем жить. Ага, прыж идет. Ага. Да, минус. Ну, у нас осталось 2 тиммейтера. Против них не будет. Блин, вообще трудно. Если мы пойдем за Рашем, то это другое дело. Они пишут здание, блин, давай, тащить надо, спаси меня. Ха, от кого, парень, спасать? От меня, ну ладно. Где вы здание? Я вас найду уже. Покажите мне хоть знак. Ага! Привет!
где тут вход? Опа, парниша. Не будем больше тратить патроны. Просто его зажмем. Да, минус. Ну, у него мало было всякой фигни. Перезарядим наш огнеметик. Так. Нас осталось двое. Один еще русский. Красавчик. Я его убил. Победа моя. С вами был Зум. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Скоро еще выйдет серия. Хочу сделать еще розыгрыш Майнкрафта, лицензию. Если вы хотите, пишите в комментариях. С вами был Зум. Всем пока.